первый день весеннего тепла серебрился бархатом на вербах, а любовь тогда уже цвела. Раньше всех она цветет навек. Нет, стоп, стоп. Людочка, пойте ее немножечко светлее, внутренне, какой-то внутренней улыбкой. Это во-первых. Во-вторых, как вы поете начало? Первый день весеннего тепла серебрился бархат. А, вот вы же понимаете, в чем дело. Вот надо выше эту ноту. Хорошо, пожалуйста, следите за ней. Хорошо. День весеннего тепла серебрился бархатом на вербах, а любовь тогда уже цвела. Раньше всех она цветет, наверно, а любовь тогда уже цвела. А любовь тогда уже цвела. Раньше всех она цветет, наверно. А потом роняли лепестки, осыпались яблоня и слива. А любовь в природе вопреки все цвела, не зная перерыва. А любовь, в природе вопреки. А любовь, в природе вопреки. А любовь, в природе вопреки. Все цвела, не зная перерыва. Черемуха бела, соловьи свое кончают пение, а любовь лишь только начала, начала опять свое цветение. А любовь лишь только начала. Лишь только начала, начала опять свое цветение. Марк Григорьевич, мы решили воспользоваться перерывом в записи, чтобы попросить вас рассказать об особенностях советской песни, о ваших песнях. Должен вам сказать, что это вопрос очень большой. Ведь уже вот сегодня много волнения было в записи этой новой песни для телевизионного фильма «Эти непослушные сыновья». Мало того, что процесс рождения всегда очень бывает для композитора трудный, хоть он и прекрасный сам по себе, но вот воплощение песни тоже имеет большое значение, и вообще результат песни, где она будет, где она найдет свое место, как она будет жить в сердцах людей, найдется ли ее след где-нибудь в жизни или нет. Наша песня, она прекрасна тем, что она отвечает на все события, которые происходят вокруг нас. И кроме того, что она отвечает на личные чувства людей, на радость, на горе, на печаль, на какое-то счастье, радость победы, радость созидания, она еще отвечает на все мысли нашего поколения
она как история движется вместе с историей страной. Найти свою песню среди людей – это большое счастье. Яркая связь песни с жизнью народа можно было наблюдать в годы Великой Отечественной войны. Песни многие этого времени действительно прошли все испытания. Песни были на вооружении нашей армии, нашего народа. Песни были солдатами. Многие из них звучат и сегодня. Широк могуч, но того.
Днепро, Днепро, ты течешь вдали, и волна твоя, как слеза. Знакомый такой младший лейтенант Вася Васильев, летчик, он мне рассказал историю, которая послужила темой песни нашей с Долматовским. Он мне рассказал вот что. Ехали мы, говорит, на фронт с назначением и проезжали маленький городишко, слезли в машин, отряхнуть пыль, выпить водицы. Вдруг слышу музыка. Заглянул я на эту музыку, смотрю, маленький клубик, и местная молодежь танцует разные танцы. Я тоже до войны очень любил танцевать, решил тряхнуть стариной. Увидел там милую девушку, стояла девушка у стенки, я помню, подошел к ней, пригласил. Мы с ней закружились, и такая она была светлая, какая-то легкая, домашним уютом повеяла. Я и времени не заметил. Мне говорят: товарищ лейтенант, ваши машины отходят, вы отстанете. Еле успел сказать «до свидания». Уехал, а вот забыть ее не могу. Как найти, не знаю. Зовут ее Зиной. Ночь так легка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Хоть я с вами почти не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пусто мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Так вот, я думаю, может, вы напишете про эту песню. Она эту песню услышит и подумает, откуда они знают про нашу встречу. Мы посмеялись, а потом с Долматовским написали песню. Назвали мы ее «Случайный вальс». Потом ее на фронте окрестили в офицерский вальс. Стала она довольно известна и на фронте, и в тылу. И в конце концов, письмо от Зины нас нашло. Но Васю мы уже найти не могли. Он перешел в истребительную авиацию и в тяжелых боях погиб. Так эта любовь на земле не нашла друг друга. А вот песня о них осталась. В атаку яростный 41-й год. У деревни Крюково погибает
гремит взвод. Все патроны кончились, больше нет гранат. Их в живых осталось только семеро молодых солдат. Их в живых осталось только семеро молодых солдат. Лейтенант израненный прохрипел вперед. В деревне Крюково погибает взвод. Но штыки горячие бьют не наугад. Их живых осталось только семеро молодых солдат. Их живых осталось только семеро молодых солдат. Бывал пожарами тот далекий год. У деревни Крюково шел стрелковый взвод, отдавая почести, замерев стоял. В карауле у холма печального севера солдат. В карауле печально севера солдат. Так судьбой назначено, чтобы в эти дни у деревни Крюково встретились они, где погиб со славою тот бессмертный.